Московский планетарий приглашает на бесплатную онлайн-лекцию «Жизнь астероида». Зрителям расскажут, где на Земле чаще всего находят метеориты, какой экспонат в коллекции Московского планетария исполняет желание и многое другое. Лекцию приурочили к Международному дню астероида и годовщине падения на Землю Тунгусского метеорита. Трансляция начнется 30 июня в 7 вечера по московскому времени на официальном сайте Звездного дома, а также на его странице в социальной сети ВКонтакте.